Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь с самого утра, чтобы пожелать хорошего настроения и легкости в течение всего этого дня. А чтобы вам легче было сохранять эту самую легкость, подсказываю вам новую стройную фишечку дня. Показываю. Видите, какие маленькие, удаленькие столовые приборы. Маленькая чайная ложечка для турецкого чаепития и маленькая десертная вилочка. Очень советую вам обзавестись такими приборами, если для вас проблема есть не торопясь. Ну, известно, что мы очень часто переедаем, просто потому что заглатываем еду быстро, как утка, и просто не успеем сообразить, что мы съели, насколько это вкусно, насколько это нас насытило. А вот такие маленькие приборы помогут вам справляться со своей едой не так быстро. Поэтому поэкспериментируйте с этим на досуге, особенно вечером, за ужином это важно делать. И никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы, оставайтесь на связи, ставьте лайк, если вам понравилась стройная фишечка дня, и оставайтесь на связи. Всего вам доброго, пока!